Замечательная арбузная пора. Август. Арбузы созрели. И так хочется вкусный аппетитный арбузик. Какой выбрать? 5-7 килограмм. Больше не стоит. Обратите внимание на яркую окраску. Красивая полосатая окраска. Они бывают разных. Но мы выбрали такой. Обязательно обратите внимание на место соприкосновения арбуза с землей. Оно должно быть и не очень большим, и не очень маленьким. Арбуз перед употреблением необходимо вымыть. Далее, после того, как мы его разрезаем, смотрим на мякоть. В данном случае слегка-слегка перезревающий, но желтых прожилок нет. Это уже говорит о том, что арбуз зрелый, хороший, без химикатов. Мякоть сочная, сахаристая, косточки темного цвета. Но решим проверить на нитраты. Если у нас нет эко-тестера, не беда. Пользуемся народным методом: в стакан с водой кладем немного мякоти, разминаем ее хорошенько и смотрим, что же у нас получилось. Слегка помутневшая вода, слегка розового цвета. Это то, что нам надо. Если бы вода покраснела, все, выкидываем и даже не решаемся его пробовать. Понравилось? Ставьте лайк. С вами была Екатерина Снытко.